В Сочи мотоциклист попал в больницу после ДТП с такси. Авария произошла на улице Ленина в Адлерском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia при перестроении направо сбил мотоциклиста, который ехал по крайней правой полосе с превышением скоростного режима. В результате ЧП водитель двухколесного транспорта получил различные травмы и был госпитализирован. В районе поселка Красная Поляна произошла авария с участием трех транспортных средств. Автомобили «Джили» и «Мерседес» столкнулись лоб в лоб после ДТП с ВАЗ-2107 и получили сильные повреждения. По словам очевидцев, никто серьезно не пострадал. Сотрудникам госавтоинспекции предстоит выяснить, кто грубо нарушил ПДД и стал виновником происшествия. В Сочи в одной из квартир был обнаружен труп. Жители дома на курортном проспекте почувствовали специфический запах и обратились в полицию. По прибытию специалисты обнаружили тело хозяина жилища. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кража произошла и была зафиксирована камерами видеонаблюдения в одном из сетевых магазинов Сочи. На записи хорошо видно, как мужчина подходит к кассе и видит забытый красный кошелек. Долго не раздумывая, сбрасывает его в открытый пакет и спокойно расплачивается за товар. После покидает магазин.